наш музей очень гордится те права, которые предоставлены нам Ирбитским государственным музеем изобразительных искусств, тем доверием, которое нам оказывает музей, его директор, бессменный основатель, директор, главный собиратель коллекции Ирбитского музея Валерий Андреевич Карпов. Это пятая выставка из Ирбитского музея. И это выставки, собирающие публику, собирающие большую аудиторию. Это и выставка гравюра Дюрера Дагоя, это выставка Капричес Франциска Гоя, выставка Виталия Ивановича. Это большие серьезные проекты, которые обогащают культурную жизнь Челябинска. И, конечно, такое событие – это один из таких вот факторов, который еще раз позволит стать хоть на время нашей столице Южного Урала какой-то вот такой вот меккой культуры. Я уверен, что и с областью люди поедут, и приглашаю всех, приезжайте. Мы создаем все условия для посещения наших учреждений культуры. В общем, поздравляю вас с этим прекрасным событием и с началом Года культуры. Сейчас лишь, что именно Челябинск стал первым на маршруте этой межрегиональной передвижной выставочной программы этого шедевра. Я счастлив тем, что оказано такое гигантское внимание к этой программе сразу здесь у вас в Челябинске. Вот действительно с момента приезда, когда мы только начали, уже подъезжала машина, уже камеры были на нас нацелены и так далее. То есть мы не ожидали даже. И тут же сразу с корабля на борт меня начали терзать вопросами, интервью и прочее, прочее, прочее. То есть внимание колоссальное. Такое, к сожалению, бывает далеко не каждый раз и не везде далеко. Поэтому вот огромная благодарность и прессе, и всяческим СМИ, и вообще челябинцам. Как таковым, я вижу, здесь только избранные гости. Я надеюсь, что, так сказать, вам сегодня картина понравится. Рубенс не может не понравиться. Рубенс настолько велик, настолько неоднозначен, настолько неординарен, что он не может не понравиться. Поэтому, так сказать, не будем много говорить. Я не буду рассказывать сейчас вам историю этой картины. Если будут вопросы, ради бога, задавайте. Весь основной материал мы расположили в наших специальных аннотациях, которые дают нам возможность погрузиться в историю этой картины, в сюжет и в историю реставрации, и тем более и в вопросы спора по атрибуции картины, определения авторства. Поэтому отсылаю вас к этим аннотациям. Здесь и фрагменты, и в процессе реставрации, и ее истории, и так далее, и так далее. Поэтому остается только одно – объявить, наверное, выставку открытой, да? И попытаться все-таки проверить. Да, кому поручим, вот давайте решим, кому мы поручим снять эту бархатную ткань? А? Министр культуры. Да. Спасибо за доверие. Я думаю, что это надо делать вдвоем. Можно даже втроем как-то помогать. Да, и Олег Ильич, поскольку он высокий, он пускай достает. Я там буду снять. Валерий Ильич, берите. Ну что, пробуем? Пробуем. Вот я же говорю, приколотили. Нет, приколотили. Вот она такая.